По Вадимовской школе около 170 учеников. Новый учебный год все они встретят в обновленном здании. Долгожданный ремонт самого социально значимого объекта села стартовал в марте этого года. К работам приступили параллельно с учебным процессом. Однако с наступлением летних каникул стены здания опустели, и темп ремонта значительно ускорился. Преображение проходит буквально не по дням, а по часам, быстро и качественно. Задачу подготовить школу к новому учебному году взяла на себя компания «Домострой». Много работ сделано уже, вы вот прошли, сами видели. То есть почти все подготовительные работы проведены. Чистовые работы в большинстве своем начаты, ну, доводочные работы производятся. Школу мы сдаем по планам 31 июля. То есть, в принципе, успеваем, работа идет в срок. Одна из самых масштабных работ – стяжка пола – проводится с использованием новейших разработок. Сухая формовочная смесь поможет завершить укладку пола в кратчайшие сроки. Такой выбор был сделан не случайно. Сложность этой школы заключается в том, что здесь нет подвальных помещений и коммуникации у нас в полах. Отопление, канализация, водопровод. Поэтому для того, чтобы поменять отопление, которое вот менялось в этой школе, нам пришлось, вот вы видели, снимали, вскрыть полностью все полы по первому этажу. Школа состоит из нескольких блоков. Несколько лет назад здесь появилось два новых корпуса – просторный спортивный зал и пищеблок. Работы на этих участках довольно много, однако для команды профессионалов это не проблема. Кардинально преобразится и фасад здания. Его уже перезастеклили и начали обшивать фасад. Такие перемены проходят сразу во многих учебных заведениях республики и страны. И это не случайность. В последние годы мы видим, что строительная отрасль активно развивается. Активно развиваются государственные программы, вот, в частности, по ремонту школ, согласно которым программе делаем капитальный ремонт данной школы. В этом году 19 школ в республике делаются. Все делаются в срок, все делаются согласно проектной утвержденной документации. Большая заслуга в этом нашего правительства, соответственно, главы республики. Совсем скоро Повадимовская школа приобретет свой неповторимый облик и заиграет новыми красками. Дизайн учебного заведения разрабатывался коллективно, с учетом пожеланий учеников, их родителей и педагогического состава. Поставить точку большой строительной эпопеи подрядчик обещает еще до начала августа. Дарья Боронина, Дмитрий Малахов, «Народные новости», Дубенский район.